Да, она меня находит иногда. Как будто зверь во мне. Ничего не могу поделать. Понимаю, все не так все делаю. Как надо, черт тебя знает. Только б не видеть никого. Один, уйду, уткнусь в стену, сижу, как старик. Пустота. Никому не нужен. От одних мыслей удавиться хочется. Ты понимаешь меня? У меня тоже так бывает. Хочется уйти от всего на свете. Без всякого повода начинаю хандрить. Правда, это быстро проходит. Я так часто вспоминал тебя, что забыл твое лицо. Теперь вспомнил. Что-то изменилось в тебе, что не пойму. Постарела. Пойдем на наше место. Странно, что мы снова здесь, правда? Так приятно кружится голова. А ты помнишь, как я затащил тебя сюда первый раз? Помню. Я помню все слова, какие ты мне говорил. Да? Ну и что? Ты сказал, ты такая тонкая, что тебя можно обхватить двумя пальцами. А потом ты долго на меня смотрел. Как сейчас. Ма! Ма! Ты что? Я не знаю, как мне жить, сынок. Я плохая мать, я знаю.
Ма! Ма, ехала бы ты на юг. На море. По набережной будешь ходить. Коктейль пить из трубочки. А? Ой, что ты такое говоришь? Ну, пойдем. Пойдем домой. Пойдем домой, мам. Вот. Идем, пойдем. Ну. Ну, не надо. Я знаю, ты думаешь. Что ты как маленькая? Мам. Стась, что читаешь ты? Расскажи, что читаешь. Ничего. Беранже, Беранже. Видите, что девушка сказала одна. Девушка сказала, попросила. Одурмены свечан своих. Вот-вот теперь, как брата примем странника, с любовью приютим, да будет для изгнанника наш край родным. Только что ты мне что-то в голосе тут застряло. А, по поводу вот что я хочу вам сказать. Например, к прикладу сказать. Помирает человек, так и по народной традиции воспринимается, якусь ровно, вертанье у свою до своей хаты, родной, до дому. Вот, землемать и принимай его к своему сердцу. Ну и одночасово плачут, огораживаются на могилках. Так я говорю, что вот у народной традиции такие суперечности. Одно другому такие приклады, ну, як вам сказать. Вникаю в пыль, законы жизни. Да, да. Да. Да-да. Видите что? Вот ну, и получается. Ну. Борьба противоречий. Пошли, хватит. Борьба, пошли, борьба с суперечностей. Стась, извини, нам пора. Держи. Ну, добро. Бывай, Стась. Давай, Стой. Упырь, ты его стихи слышал когда-нибудь? Да, мурак какая-то. Правда, пан? Дурак. Чукчу пришел в магазин «Березка» и попросил политического убежища. Так, звонок справочный, 2 часа ночи. Девушка, скажите, пожалуйста, во сколько открывается? А ты будешь со мной дружить, противный мальчишка? Уходи, Паша. Арлекино, глянь, вон тот, которого мы обработали. Я сейчас. Грустный такой. Слушай, давай его отработаем. Успокойся. Ну, он его заделает. Ну вот, звонок 2 часа ночи, справочную. Девушка, скажите, пожалуйста, во сколько открывается центральный гастроном? Привет. Не бойся, я не трону тебя. Слушай, я тебе хочу сказать, ты на нас не обижайся, ладно? Если обижаешься, то зря. Я вижу, ты нормальный парень. В пейзаж ты не вписывался. Поэтому тебя остригли. Понял? Все же вокруг были против тебя. Значит, ты не прав. Потому что все не могут быть неправы. А? А если все вокруг орут «Хай Гитлер»? Они что, тоже правы, по-твоему, да? Ну, ты даешь. Но при чем здесь это? Да при том, что живая рыба плывет против течения, а дохлая по течению. Что ты хочешь этим сказать? Ты что, хочешь сказать, что я как эти? Толстозады? Жлобье это? Да? Да я их! Да ничего, ничего не хочу тебе сказать. Просто меня и менты стригли, да и вы туда же. Ну ладно, ладно, ладно.